I think that this shopping center. Торговый центр имеет отличное местоположение, рядом с ним жилой квартал. Здесь можно реализовать много творческих и дизайнерских идей. Можно оживить фудкорт, построить многозальный кинотеатр и объединить и первую, и вторую очереди. В плачевном состоянии, как я уже сказал, он не заполнен. Он заполнен наполовину. И на половине площадей, как вот вы сейчас видите, нет оператора. Конечно, в такой комплекс неинтересно ходить посетителям. Здесь негде поесть, здесь негде отдохнуть, здесь нечего делать. Найти занятия в Сан-Марте для калужан берется компания «Торговый квартал», которую возглавляет Михаил Кирсанов. На российском рынке они уже 11 лет. И за это время на карте страны появились несколько именно торговых и именно развлекательных центров. У нас есть четкое понимание того, что здесь должно быть. У нас есть четкое понимание, какими ресурсами мы это сделаем. И финансовыми, и организационными. Мы это делали не один раз, поэтому я уверен, что у нас в этот раз здесь тоже все сложится успешно. Чтобы достигнуть успеха, компания построит вторую очередь комплекса. Это увеличит его почти в два раза. Откроет новые магазины и кафе и организует таки развлекательную зону. Все это в конечном счете позволит клиентам проводить в Сан-Марте целые дни. Взрослый папа пойдет смотреть мотоциклы, автомобили. Папа пойдет смотреть отделочные материалы, спортивные товары. Мама пройдется по магазинам модно, купит продукты домой. Ребенок порезвится в детском развлекательном комплексе. После этого зайдут, купят ребенку форму и ранец. Да, после этого там, всей семьей можно пообедать в хорошем ресторане. И после этого можно сходить в кино. Реализовать все планы инвесторы надеются к ноябрю 2012 года. А целиком проект обойдется им почти в 1 миллиард рублей. Но в торговом квартале средств не жалеют, ведь у них задача построить не просто торговый комплекс, а место притяжения для всех калужан и жителей области. Константин Савельев, Василий Котов, «Вести Калуга».